мы находимся в доме, в квартире, которая выставлена на продажу, прямо в самом центре Анталии, верхний этаж. Вот такой вид из квартиры. Вот там вдалеке отель Ramada Plaza Antalya. И вот здесь мы. Вот такая вот большая лоджия, терраса. Привет. Вот такие красоты тут открываются. Вид, конечно, шикарный. Вид шикарный. Но квартира требует ремонта. В квартире свой камин. Вот такой вот камин. Тут вот слегка ее затопило сверху. Здесь вот так вот все сделано. Здесь труба проходит. Люстра. Это входная дверь. Здесь кухня, вот такая барная стойка из мрамора. Кухня, вытяжка. Вот такое зеркало, шкафы. Дальше проходим. Вот снова мы это попадаем в кухню. Светильники. С кухни вид тоже хороший. Потолок высокий, кстати, на кухне. На кухне высокий потолок и дополнительное освещение дневное. Да, это вот с крыши получается откуда-то. Это выше потолка ведь идет. Аня, ты обратила внимание, что на кухне дополнительное освещение, естественно. Снова залив. Да. Сейчас. Все смотрим. Здесь что у нас? Здесь у нас кладовка. Кладовка. Довольно-таки просторная кладовка. Гардеробная можно сделать. Здесь санузел. Санузел. Естественная вытяжка, шахта, унитаз. Здесь мы проходим отдельно, еще один санузел, отдельная ванна, туалет, ванна. Дальше проходим в комнату. Комната небольшая, квадратов, наверное, 10. Квадратов 10 примерно, 10-12 квадратов. Вид из комнаты. Вот такой вот там площадка, парк, фонтаны. То есть, в принципе, есть куда выйти. Идем дальше. Так, здесь мы попадаем во вторую комнату. Здесь уже квадратов 15 минимум есть в этой комнате. Квадратов 15 есть. Опять же, это парковая зона. Фонтаны, навесы. Есть и погулять с ребенком, посидеть вечером. И переходим в третью комнату. Здесь также квадратов 15 есть. Два окна. Вид тот же самый. Два окна. Смотрим третью квартиру, также самый центр Анталии. Вот такой вот вид. Окна этой квартиры. Здесь проезжая часть. Это, конечно, небольшой минус для меня. Но вид шикарный. Пальмы, зелень. Магнолия прямо под нами растет огромная. Воздух хороший, воздух свежий, приятный. И вот такая вот большая терраса. Это мы находимся в комнате. Находимся в комнате.
Вот она такая большая. Здесь окна, выход на террасу. Квартира, конечно, требует ремонта. Это окно у нас с небольшим балкончиком во двор. Такая вот мебель старая. А это кухня. Это кухня с выходом как раз вот на этот балкончик. Небольшой балкончик во двор. В принципе, здесь тоже в проем видно магнолию, пальмы, деревья и море вдали. Да, газовый баллон стоит. Хотя в дом уже проведен газ. Вот это пережитый прошлый газовый баллон. Здесь у нас какая-то кладовая. Здесь кладовая. А здесь у нас комната небольшая с окном. Все, конечно, требует ремонта. Туалет старый турецкий. Батарея. Еще один санузел. Здесь комната. Ох, как тут тихо. И птички поют. Как тут хорошо. С балкона. Кондишн. Да, тут вообще здорово. Тут тишина и покой. Вот здесь здорово, очень так тихо прямо. Тишина и покой. Посмотри, как здесь хорошо. Так. Посмотри, мрамор. Смотри, мне да. Вот эти шкафчики нравятся. Да. Выйди на балкон на этот. Я выходила. Смотри, какой крутой. Тишина. Такой, птички поют. Так прямо тихо, спокойно. Смотри, мрамор. Да. Да. Иди туда. Туда. Здесь вид на проезжую часть. Такие шкафы, потолки высокие. Вова, смотри, вот это что? Что? Вот опять тут старая краска. Плесень. Краска. А, ну там, да, там. Плесень. Да, пошли. Плесень, идем. 65 square meters.